мышку еще возьму. Давай. Так, все, мотор, пошел мотор. Андрей Евгеньевич хочет продемонстрировать. Еще мышку, а то время теряется без мышки. Я на клавиатуре не умею работать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Включи. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. 20 секунд позже и уничтожается на, там, на 10 там, 15 секунд тоже позже. То есть это, вот эта энергетическая штука работает независимо от, не то что независимо, она создается этим делом, но ее структура не электромагнитная, потому что электромагнит возникает сразу. Можно растение какое-нибудь устойчивое поставить рядом. Слушай, вот я вам показал, что это есть, да. А дальше что с этим можно делать? Отсюда, между прочим, еще одна. Что, значит, у меня был случай, когда в политехническом музее, когда я лекции читал, значит, я нашел там зону, и говорю, вот смотрите, там поставили на тележку, там что-то такое, понимаете, значит, мерили там и все прочее. Но потом случился там пожар. И кабель, над которым я видел вот это все дело, сгорел. Что-то с ним случилось. И зона исчезла. А вот так не стало. Нет, чего угодно. То есть, когда этот кабель был отключен, то зона не возникала. Что это морально? Что значит, вот такое поле возникает над электрическими кабелями, энергетическими. Не над инфракрасовыми, а вот энергетическими. И значит, с этим надо считаться. То есть, это не то, что там вот все побежали, понимаете, вот здесь провода, значит, нам плохо. Нам неплохо. Но, по крайней мере, в тех вещах, которые создаются, это дело надо учитывать, понимаешь? Надо с этим разобраться, об его опасности, не об опасности. Да, а убирается это дело элементарно. Ну, по крайней мере, чтобы рамки не работали. Да, спутанная проволока и все. Хорошо. Да. Волгоградский мост. Все, это отдельно. Вась, давай, Андрей Евгеньевич, вы готовы? Так. Андрей. Перерыв 5 минут. Отдохните сейчас, Андрей Евгеньевич, выступите с докладом. А потом продолжим пока. Конечно, конечно. Господин, понимаете, Петрушка, значит, эта штука может оказаться крайне вредной. Вот когда я говорю о разряднике, обо всех таких вещах, то сразу надо поставить вопрос о том, а этот разрядник не создаст ли нам электромагнитную помеху во всем пространстве, скажем, в пределах Москвы? Понимаете? Да, элементарно. А если вы понатыкали в дачах это дело, так у вас вся радиосетка выйдет из строя. Понимаете? Вы энергию получите. Но получите, так сказать, небольшое неудовольствие всех государственных структур. Да, задумаемся. Андрей Евгеньевич, вы готовы или нет? Слушай, я не знаю. Я пока что констатирую качественное наличие. Понимаешь? Что с этим делать, я не знаю. Это требует исследования. А? Вась, какое это имеет сейчас отношение? Ну, хватит вот... Так, ладно, ладно. Ну, чуть-чуть. Я же... Ну, Андрей Евгеньевич ждет, чтобы... Нет, что значит это самое? Значит, если готов, давайте... Да, я быстро, я прям... Ну, давайте, давайте. Сколько? 15. 15, сейчас... 20 максимум. 20 даже? Да. 15, ну, хорошо. Да.